Да. Все приветствую, это я, с вами Анюта Капитанчик. Давно с вами не видели, последнее видео мое было в этом году, этим летом было, как я прыгала в воду. Сейчас у нас сентябрь месяц, сегодня у нас 13 сентября, день города, здесь будет летом. Поэтому я решила вам рассказать, что сегодня у нас будет происходить. И помимо этого, для таких веганов, я решила сделать отдельное видео и показать, как я живу в своем селе. У меня такое село замечательное, что просто Северная Осетия, Хорватия, Черкасия, как ее там, короче, Черкесия отдыхает просто. Так что вот здесь мы находимся на площади Ленина. Пассаж, между прочим, карусель французская. Это только одна часть. Полностью. Завидовали. Все. Между прочим, в нашей стране никто не берет кредиты на свадьбу 50 тысяч рублей на 4 года. По платежу 2 тысячи рублей. Поэтому мы не бедные. Еще раз здравствуйте. Ладно, это просто было чаще. Обрежешь потом. Ну, есть просто люди, которые почему-то напиваются, поют члены мэра Украины и кричат сейчас Путин ПТН, Путин ПТН ПНХ. Путин ПТН ПНХ. Это вообще для меня было непонятно, пока я ничего не расшифровала. Расшифровали. Все? Расшифровали.